То, что сейчас творится в Казахстане, невозможно описать, не используя нормативную лексику. Это не просто деградация правящего класса, утопшего в роскоши, наркотиках и разврате, но и абсолютно бессовестное. И не побоюсь этого слова, скотское отношение к казахстанскому народу, старикам и детям. Вчерашние дворняги, сявки и комсорги, дорвавшиеся до власти обманным путем, уже сегодня называют себя элитой, цветом нации и элбасы. Они не только не стесняются воровать миллионы и миллионы долларов, распродавая национальные богатства невероятно богатой страны, тратя на своих любовниц и любовников, но и устраивать абсолютно дикие судилища над людьми, доведенных до полного отчаяния и физического изнеможения. Про поехавших на всю голову маразматиков, любящих называющие себя города, проспекты, аэропорты, университеты, библиотеки и тупики, я вообще молчу. Максимум, чего они заслужили, так это таблички «Здесь был я» где-нибудь на краю Чуйской долины или вхождение в список особо опасных душевных больных одного очень известного лечебного заведения, находящегося по адресу город Алматы, улица Амангельды, 88. Гораздо больше ручника можно добыть старым дедовским способом. Барана морят голодом примерно 2-3 дня. После чего ему дают пожевать конопли. Через 20-30 минут с барана можно насобирать пластилиновых окатышей, примерно коробков эдак на 20. В условиях отсутствия денег два коробка меняли на одну бутылку водки. А одна баранья какашка способна ушатать 5 крепких ребят. Как известно, власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. К чему это приводит? Нам всем хорошо известно. Все верно. К революции. Как правило, для того, чтобы в этом убедиться, достаточно лишь открыть всемирные учебники истории и изучить путь развития любой современной и прогрессивной стране, в которой в свое время государство потеряло монополию на информацию. Если для европейских стран и Северной Америки этому способствовало бурное развитие частных независимых типографий, где печатались книги, газеты и журналы, то для всего остального мира главной силой, меняющей сознание людей, стала научно-техническая революция под названием интернет. Именно благодаря интернету мы узнаем о тех деяниях, которые прямо сейчас, в данный момент времени, вытворяют люди, узурпирующие и незаконно удерживающие власть. Раньше, когда они легко контролировали средства массовой информации, радио, телевидение, газетопечатную продукцию, они без проблем могли нам втирать всякую хрень, начиная от всякого рода врагов народа и заканчивая тем, что во всех бедах виноваты кто угодно. Внешние враги, экономические кризисы, войны, эпидемии, но только не они сами. Но теперь-то мы знаем точно, что главным источником проблем являются именно они, а точнее их бесконечная жадность вперемешку с бездарностью. Другое название не можешь придумать? У нас есть вариант Нур-Плаза назвать. Если вы разрешите, с вашей легкой руки мы хотим назвать это Нур-Плаза, потому что напротив будет... Да не поэтому. Как, где ты научился вот так вот подмазывать? Жизнь научила. Их время прошло, это понимаю я, это понимаете вы, это понимают все, кто хоть как-то интересуется политикой и историей. Уже сейчас все постсоветское пространство начинает меняться ускоренными темпами, переходя от кланово-олигархических режимов в демократические государственные образования. Первыми это сделали европейско-ориентированные страны – Эстония, Латвия и Литва. Потом туда шагнула Грузия, Украина, Молдова и Армения. Сейчас на пороге перемен стоят Беларусь, Россия и Казахстан. Затем последуют все остальные бывшие республики Советского Союза, если у их народов, конечно, произойдет революция сознания. Если нет, то их всех, всех без исключения, ждет уничтожение и долгое забвение, как это уже не раз происходило с некогда великими нациями и народами, которые в свое время не смогли перестроиться на современный и прогрессивный путь развития. Примеров тьма. Начиная от Великой Монгольской империи, частью которой мы все с вами некогда были, и заканчивая развалом Советского Союза, чьими гражданами многие из нас до сих пор еще являются и помнят те времена. Это было творение, это искусство. И стали частичками той великой страны, а частичка никогда не бывает целой. Но мы вернемся к нашей теме, к Казахстану.
То, что сейчас Казахстан стоит на пороге революции, очень легко прослеживается по заголовкам мировых интернет-изданий. Если подходить к этому с научной точки зрения, то я как историк спешу вам заявить, что сама революция как процесс достаточно хорошо изучен. Революции происходят везде и будут происходить до тех пор, пока существует человечество, ибо это кардинальный и качественный скачок вперед, который просто-напросто необходим для развития общества и прогресса в целом. Революция может быть не только политическая, но и научно-технически-информационная, о чем я говорил выше, или даже сексуальная. Для свершения любой революции, как и в нашем случае, должна сложиться предреволюционная ситуация. Она налицо. Перефразируя Ленина на простой человеческий язык, она заключается в том, что верхи охуели, а низы заебались, что заставляет последних консолидироваться в устойчивые общественно-политические группы, в которых появляются новые лидеры, целью которых является принятие решений, касающихся дальнейшей судьбы страны и государства в целом. Мы должны объединиться. У нас должно быть 1 000 000 лидеров. Наша сила в единстве. Куш бірлікте, алға күші партиясы. Элиты, не способные управлять по-новому, приводят общество к экономическому упадку и разложению, вследствие чего государство становится неконкурентоспособным на мировой арене, постепенно разбазаривая свою силу и уважение. Такая страна начинает массово терять самую умную и перспективную часть населения – молодежь, которая отвечает не только за будущее, но и делает невозможным жизнь в настоящем. Инженеры, врачи, предприниматели, программисты и даже деятели культуры, музыканты и художники, свалившие со своей родины, делают общество не только ущербным, но, что самое ужасное, бесперспективным. Семейно-клановое назарбаевское государство уже стало затхлым и вонючим болотом, в котором абсолютно нечего делать, ибо при этой системе главные посты и роли принадлежат не умным и дерзким, выращенным конкурентам, борьбе молодым людям, а бесконечным тупорылым родственникам-имбецилам и хитрожопым зятьям-подхалимам. Насчет зятей, это просто какая-то умора. Зять в Казахстане, по моим наблюдениям, наверное, уже давно позади оставил даже такого мощного фольклорного персонажа, как теща. Зять в Казахстане – это не просто крупная фигура на назарбаевской шахматной доске, а не, побоюсь сказать, практически, блядь, политический институт, министерство, блядь, где все решается не умственными, а исключительно половыми способностями. Если у нас в России все через жопу, то у вас сами понимаете через что. А раз у вас все решается через это, то чему нам удивляться, когда весь мир становится свидетелями такого позорного явления, как Тимур Аскарович Кулебаев, который, по словам Султана, перевел 300 миллионов баксов светской львице и любовнице по совместительству Гоги Ашкенадзе. На главной странице в Фейсбуке у Мухтара Аблязова мы можем найти буквально следующую информацию. Доведенный до полного морального изнеможения внука сын Назарбаева или сына внук, Айсултан говорит буквально следующее. Как я уже писал, Тимур Кулебаев и Кайрат Баранбаев зарабатывают около 700 миллионов долларов в год на одном газовом контракте с Россией, по которому казахстанский газ официально продается в Россию по заниженной цене. Так вот, из этих самых денег Кайрат Баранбаев переводил деньги на трасты для Гоги Ашкенази. Суммы в размере 100 и 200 миллионов долларов США. По приказу своего шефа Тимура Кулебаева. Я сам лично видел платежи. После таких действий я не понимаю, как Кайрат Баранбаев смотрит в глаза Динары Кулебаевой. У всего этого бесстыдства нет конца. У меня вопрос, где ваши моральные устои и насколько сбит ваш моральный компас? После моих заявлений мне интересно, как они на меня тоже повесят трупы каких-нибудь банкиров. Эта система слишком предсказуема и извилины у них явно не работают. Мне нечего терять.
Все, что у меня было, жена, дочь, сын, вы все у меня отобрали. Но я вам не дам превратить себя в ходячий труп. Мы хотим, чтобы при изменениях, новых изменениях, ответственность государственных служащих была повышена. Мы смотрели статистику. Сегодня в законе о госслужбе есть такие нормы о том, что они должны отвечать за свои действия. Но, к сожалению, практика применения получается такая, что максимум административные, дисциплинарные воздействия на тех, кто действительно уже был доказано, что он мешает, воспрепятствует предпринимательской деятельности. Разумеется, у парня не выдержала психика от всего того говна и смрада, которое творится в его семейке. Что довольно-таки неудивительно, когда благодаря ему стали всплывать такие интимные фрагменты, от которых волосы становятся дыбом. А учитывая тот факт, что Казахстан — это патриархальное общество, имеющее сильно родственно-семейные отношения, да еще приправленные мусульманскими традициями, начинаешь понимать, что авторитету Елбасы и всей его властной верхушки нанесен такой мощный имиджевый удар, что он его не в состоянии выдержать, ибо он подрывает основы уважения к власти, а это является главным краеугольным камнем в азиатской политике. Власть в Казахстане можно ненавидеть и терпеть одновременно, ее можно даже бояться, но ее нельзя не уважать. Без уважения нет власти, ибо уважение — это и есть стержень казахской культуры как таковой. Но это только одна сторона медали. Другая, которая еще сильнее бьет по авторитету власти, заключается в том, что рядовые граждане, видя, что происходит наверху, просто охуевают от того, что происходит с ними. С одной стороны, там на каких-то дамочек спускают миллиарды и миллиарды тенге, а с другой запрещают людям ездить на подержанных тачках с номерами из стран ЕАЭС. Это же какая-то дикость. Или требуют поставить эти автомобили на казахский учет, но это будет стоить в среднем 4 миллиона тенге. А где простой народ возьмет такие деньги, если средняя зарплата 60-90 тысяч тенге? И еще необходимо, чтобы все машины соответствовали экологическому топливному стандарту Евро-4. Какое Евро-4, блять, если на заправках СС нередко грязь бежит из шланга? Людей доводят не только до фактического обнищания, но и до полного морального уничтожения. Там воруют и тратят на своих подружек миллионы долларов, а здесь не дают простому человеку ездить на бэушном драндулете, выворачивая у него деньги, которых у него и так уже нет. А нет их лишь потому, что какие-то непонятные зятья по каким-то непонятным законам разбазаривают непонятно откуда взявшиеся деньги на каких-то светских львиц, непонятно на что живущих. Хотя на самом деле все нам здесь понятно, и что самое ужасное для властей Казахстана — это понимание, благодаря научно-информационной революции интернету, начинает доходить до все больших и больших слоев населения. По закону жанра все социальные революции во всех странах шли вслед за научно-техническими или научно-информационными революциями. Свобода информации и понимание того, что происходит вокруг нас и с нами, заставляют людей задумываться о будущем своей страны, своего народа, своей семьи и своей собственной судьбы. Самое интересное, что этого процесса не избежать и никуда от него не спрятаться, не уйти. Революции происходят не потому, что этого хочу я или кто-то еще, а прежде всего потому, что власть деградировала и не способна эффективно управлять государственной системой. Вследствие чего любое внешнее или внутреннее потрясение приводит к обрушению существующего строя. Основываясь на все вышесказанном, я хочу заключить, что уже сейчас весь Казахстан вошел в эпоху турбулентности и нестабильности. Налицо экономические, социальные и политические кризисы, которые при этой власти неразрешимы. А раз они не способны решать поставленные задачи, значит, их будут решать другие люди. Вопрос, где эти люди и как они это будут решать? На самом деле ответ лежит на поверхности, и он нам всем хорошо известен. Главные революционные процессы начнутся в Алматы. Алматы – это сердце Казахстана, это культурный и духовный центр страны. Именно этот незаслуженно задвинутый на второй план город при назарбаевском режиме и станет той пороховой бочкой, которая взорвет весь Казахстан. Слава богу, опыт уже
имеется. Так уж исторически сложилось, что в России городом революции стал Питер, а в Казахстане – Алматы. Именно эти города, а не фактические столицы, принимают решения в судьбе целого государства, так как, я повторяюсь, они являются центром духовной и культурной жизни страны. Именно протестная Алматы мощью своей гравитации способна разрушить молекулярную властную решетку назарбаевской власти и подчинить себе весь остальной малонаселенный и одновременно великий Казахстан. Астана, как административный центр, несмотря на свою финансовую и силовую мощь, все равно вынуждена будет принять те решения, которые будут обозначены в Алма-Ате. Так как, я повторяюсь, это самая большая и влиятельная агломерация в стране. В завершении всего вышесказанного, будучи независимым российским блогером, человеком, хорошо знающим историю и абсолютно незаинтересованным лицом, я хочу заключить. Мы живем в исключительно интересное время, которое в ближайшем будущем даст нам не только новых лидеров, способных за собой повести протестные массы, но и создаст все необходимые условия для свершения в Казахстане революции сознания. Саламатсыздар ма, құрметті отандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Вчера мы проводили в чате активист ДВК наш традиционный прямой эфир и объявили, что 22 февраля мы объявляем о проведении митинга по всему Казахстану.